Кто ты? Паша бицепс. Чего ты хочешь? Выше, хитрей. Когда ты хочешь? Прямо сейчас. Все, чтобы играть и выигрывать. Например, геймпад Trust GXT24 Compact с двумя аналоговыми джойстиками всего за 1989 рублей. Медиамаркт. А у нее банки побольше твоих будут, а? Выигрывать мейджоры всегда приятно. Особенно с новым игроком. На самом деле мы очень хорошо подготовились к команде, узнали их героев. Так получилось, что их пики для нас довольно удобные. Намного более удобные, чем другие команды. Поэтому получилось, наверное, так. Еще вчера, когда они играли с Ньюби, мне никто не верил. Я говорил, что это тир-1 команда. Она действительно сильная, просто вот так получилось, что очень удобно нам с ними играть. Это все. Финал оказался довольно легким, даже скучным. Мы пришли, мы знали, что мы выиграем без проблем, 3-0. Мы даже шутили по этому поводу во время игры, ну, из-за этого мы все смеялись. Мы их аутдрафтнули, мы их аутплейнули на всех стадиях игры почти. Переиграли, перевардили. Абсолютно уничтожение соперников. Ну, они ничем не удивили абсолютно. Мы знали, что они будут делать и как будут делать. Они ничего с этим не придумали. Мы играли в свою игру, а не в свою, но мы знали заранее, что наша окажется сильнее. Ну, мы должны были выиграть, на самом деле, за 15 без шансов. Просто у нас мискоммуникация была где-то, мисплеи были, ничего такого особенного. Но все равно просто довели до логического конца. Так получилось, что по драфту очень удобно было для нас пикать бурду. Типа были такие саппортящие герои, станущие. Вот. Ну и малой как бы решил, что почему бы и нет. А я говорю тоже, почему бы и нет, если да. И вот так все и произошло. Леха сказал, вот, хочу бруду. Я не был совсем уверен, но он пикнул. Ну, пришлось играть. Так как на бруде я проиграл всего одну игру, вот, решили взять. С Liquid у нас была более принципиальная встреча, то есть мы с ними встречаемся очень редко, но там все время матчи получаются очень напряженные, очень такие близкие. Да, наверное, вчера больше был финал, чем сегодня. Желательно, конечно, против Liquid было бы сыграть еще один финал. Только финал теперь. Не еще один, а финал. Очень хочется. Такого волнения, как в играх с Liquid или EG или Secret. То есть, ну, не то чтобы волнение, а просто ты чувствуешь уровень давления как бы командных взаимодействий, скилла, понимания доты. То есть он как бы более высокий, чем когда мы играем с китайцами. Не знаю, чем, с чем это связано, но на самом деле, да, было как-то очень спокойно. И... Садимся мы на сцену сыграть КВшки. Вот. Но они что-то по драфтам так себе, Леха их аутпикнул, и мы сыграли уверенно, вот. Последние они нам вообще паука дали этому бешеному, то тут вообще нечего говорить, так что с ними КВ больше не играем. В общем, проще стало играть намного, чем в предыдущих командах, потому что, опять же, сильные очень игроки. Первый раз играю с настолько сильными игроками в одной команде. Ну, вообще, мне кажется, что просто сейчас мы в такой форме, что... Ну, против нас надо очень много банов, мне кажется, делать сейчас. Вот в данный момент, как мы играем, у нас просто очень хорошо сейчас по героям. Ну, конкретно в этом патче. То, что бруду не забанили, не знаю. Может, подумали, что справится. В один момент даже нам показалось, что, блин, неужели они с ней справятся. Но потом мы просто перестали делать херню и... Побеждает команда. Команда у нас очень сильная. Все на своих ролях очень сильные исполнители. Ну, лучшие в мире. Вот, так что у нас отличная синергия, и все идет так, как надо. И я доволен ребятами. Приход Роджера нам пошел на пользу. Все воодушевились, появилось больше возможностей в игре, которые раньше мы не использовали. И я думаю, что это не последний наш кубок. Далеко. Сборная России будет участвовать на Везге. У Украины не получилось, поэтому мы, скорее всего, разъедемся домой свой. Вот, после этого у нас будет небольшой буткемп перед ДАКом и, соответственно, ДАК, чтобы ребята оттуда с Везга не ездили обратно в Россию и обратно в Китай. Решили остаться там на 9 дней на буткемп. Вот, собственно, все. Поедем на Везг. Надеюсь, нормально там выступим. Денег там в 2 раза больше, чем на мажоре. Вован пока почилит в Москву Сити. Огромное спасибо за поддержку, ребят. Заходим после игр читать комментарии. Как бы подпитываемся вашей поддержкой, вашей энергией. Спасибо, что болеете за нас. Мы для вас стараемся и будем продолжать в том же духе. Спасибо, что болеете, поддерживаете. Там лично меня поздравляете, всем фанатам. Огромное спасибо. Но побеждает сильная команда. У нас
опять же, очень-очень. Мы, я не знаю, насколько мы сейчас сильны, но ликвиды, вот с ними сложно пока бодаться. А так мы уверены очень в себе, так что спасибо за вашу поддержку, она тоже придает нам сил. Хочется инт, конечно. Может, круто, но хочется инт. Было бы прикольно. Кто ты? Паша Бицепс! Чего ты хочешь? Выше, хитрей! Когда ты хочешь? Прямо сейчас! Все, чтобы играть и выигрывать. Например, игровой комплект Trust GXT 788 4 в 1 подходит для любых ПК и ноутбуков всего за 5989 рублей. Медиамаркт. А у нее банки побольше твоих будут, а?